Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Мы продолжаем играть в игру Clash Royale. Ну что ж, начнем с открытия сундучков, пожалуй. Так, денежка, гигант, две карточки, варвары, 16 карточек, все. Так, а здесь у нас, ребята, да, посмотрим. Так, 1400 золотишко, Тесла, рыцарь, королевские рекруты. Так, ледяной голем, ну ё-моё. И эпическая карта яд. И арбалет. Так, что за легенда, ребята? Вау, спарки. Вот этой у меня как раз карточки не было. Я очень, в принципе, ребята, доволен. Так, золотой сундук, что нам? А почему так много нужно копеть до золотого сундука? До этого у меня был, ребята, эпический стоял. А, ну там и было на эпическом, по-моему, не 50, а 500. Ладно, хорошо. Так, давайте, наверное, с вами активируем. Я опять же купил, как обычно, ребята, себе пасс-рояль. Поэтому... Что это мне тут перекидывает? Оу! Через 28 дней, ребята, у нас появится эликсирный голем, да? При уничтожении разделяется на двух големчиков, которые, в свою очередь, разделяются на две... Разумные кляксы. Уничтожив такую кляксу, соперник получит одну каплю эликсира. Ха. И он всего лишь 3 маны стоит? Да ладно. 3 маны стоит. Это дешево, я считаю, ребят. Ну, не знаю, посмотрим, как эта карта пойдет там в дальнейшем. Надо будет еще ее вначале получить. Ну что, а я, наверное, ребят, с вашего позволения хотя мы можем сыграть с эликсирным големом. А первый раз бесплатно. Ну, давай посмотрим. Давай посмотрим, что вообще из себя... Так. А, я должен здесь свою команду сам набрать. Хорошо, давай сделаем. Выбираем так. Давай, наверное, сделаем вот так. Хм. Что нам еще? Ну, давай возьмем этого паренька, да? Так, погоди, кого же мне еще тут надо взять? Дракончика я пока, наверное, брать не буду. Кого мне взять? Так, возьмем мага с вами. Сколько там еще нам надо? О, еще 3 места у нас есть. Возьмем мага тогда. Надо кого-то взять, наверное, из ближников. Ну, я имею в виду в плане, может быть, скелетиков. Скелетиков. Не, я возьму, наверное, гигапеку. И вот этого. Так, ага, и как раз, ребята, еще хватает для скелетиков у нас. Не знаю, ребят, что из этого получится, но попытаемся, посмотрим. Вот такой я выбрал себе отряд. И дальше посмотрим. Короче, эликсирный голем, он тебе как в обязательном порядке дается, да? Давай посмотрим. Пока ничего хорошего мне не выпало. Пошел, родной. Так, у него плевальщик, да? Так, ну плевальщика нам нужно, естественно, под мага. Как ни крути. Ну, маг, давай, ты что-то там идешь как... Как ватник. Давай посмотрим, ребята, на что у нас этот голем. Ух. Ух-ху-ху-ух. А, голем просто идет, да? Понял. Понял, ребята, теперь все. Так, давай посмотрим далее, что у нас тут будет происходить. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Немножко не так, но... Так, капельки остаются. А он получает, да, ребята, я так понимаю, эликсир? Слушай, я так понимаю, что это он получает эликсир. Не я. Но. Так, давай дракончика, наверное, вызовем сюда. Пускай тут зажаривает. Ну, ёлки-балки, ну что-то как это-то... Кто там еще? Не дошел, к сожалению, он, да, у меня? Давай, иди сюда, плевун. Сейчас мы тебя накажем быстренько. Опа, он тоже, ребята, вызвал против меня големчика эликсирного. Так, мы его забомбим? Я думаю, забомбим. Мы его забомбим довольно даже быстро. Так, пека мега, выходи. Шибани его. Тут-тут-тут-тут. И дальше что мы сделаем? Давай вызовем, наверное, нашу барышню. Пускай она... Вызовет своих мышек летающих. Они уже разберутся с этим плевуном. Ой, с плевуном, о чем я говорю. Так. Ну, давай. Тырич. Наноси удары.
Да подожди ты, ты меня отвлекаешь, парень. Очень сильно отвлекаешь. Так, он еще и мегапеку вызвал, да? Понял. Понял, ребята, не дурак. Ах ты, ты смотри, что делает. Он немножко другую, ребята, систему подключил. Да что такое ты, что ты? Эх, нет, ребята. Я немножечко ошибся, знаете, в ком? Я немножечко ошибся в выборе. Мне надо было брать ведьму. Вот что я тебе хочу сказать. Мне надо было взять просто ведьму, а не ту, которая у нас, как говорится, вызывает летучих мышей. Будет нище, да, судя по всему. Хотелось, конечно, побить, а может быть успеем. Успели. Шикарно. Ну что, я не знаю, что вам сказать про этого голема эликсирного. Я, честно говоря, не понял. Капельки куда, кому там что идет, какие капельки, для чего. Не врубился, короче, ребят. Но как юнит живучий, ничего не могу сказать, живучий. Он делится, он знаешь на кого похож, по большому счету? На голема, точно. Он похож на того самого обычного каменного голема, который у нас идет. Где же он у нас? Сейчас я вам покажу, ребята. Вот этот вот. Вот на этого голема, ребята. Который у нас тоже также делится. Только этот делится на двух големчиков, которых уничтожаешь и ничего не остается. А здесь уничтожаешь двух големчиков, еще остаются две капельки. То есть две капельки эти тоже нужно уничтожить. Ну что, ребята, пойдемте, наверное, на рейтинг дальше, да? Попытаемся, может быть, что-то нам еще получится как-то пробиться. Может быть, я буду фейлиться сейчас. Ну, ребята меня уже давно просили: Рэй, сними по этой игре видос. Играть-то я в нее играю, но не снимаю видосы. Поэтому вот сегодня решил сделать так, потому что буквально минуту назад у меня сфейлился видос по Tower Conquest, ребята. 50 минут коту под хвост. Понимаешь, 50 минут коту под хвост, потому что опять шнур на камере отключился, и все пошло у меня без звука. Я очень сильно расстроился по этому поводу, ребят. И вот решил в клэш... Оу-оу-оу-оу, меня он, ребята, обманул. Он меня обманул здесь. Хитро. Очень хитро он сделал, да. Так, ну ладно, здесь, предположим, мы подбили. О, опять они, я не то делаю, ребят. Так. Что дальше будем делать-то с вами, а? Друзья мои хорошие. Не знаю, я боюсь вот за эту башенку, если честно. Очень сильно. Ну это вот... Ух, даже его не разнесли. Ну иди сюда, красавец. Получил. Что он будет вызывать? Гаргули каких-нибудь летающих? Обычно так делают против этих, да, у нас? Потому что скелетики ему по барабану. А, он даже вызвал палача. Слушай, а палач, наверное, тоже хорош, да? Хм. А как мне палача? Я палача могу, ребят, наверное, пекой бомбануть. Мне почему-то кажется, что он здесь хорошо пойдет. Давай проверим. Да. Очень неплохо мы разбомбили. Естественно, вызываем... Оу! Ну... Отлично, да? Прожарили, так сказать, до хрустящей курочки. Ну, вот что вытворяет. Давай, дракоша, полетели. Вжарь, главное, ему хорошенько. Да елки-палки. Угу. Не все так просто и легко, да, как казалось бы. Ладно, давай сделаем немножко по-другому. Я знаю, знаю, что он сейчас будет буянить. Я больше чем уверен в этом. Тут что нам сделать? Давай вызовем гаргулик, наверное. Вот таким вот образом мы с вами попробуем запинать. Сейчас еще эта армия у меня рванет. Правда, мало эффекта в этом будет. Ну, но может быть мы сейчас базенку-то ему... Нет, не зашпилякаем, да? Не выйдет у нас ничего, ребят, с вами, да, к сожалению. Да хорош уже скелетиков своих тут отправлять на меня. Серьезно, что ли? Опять? Ты смотри, что делает, а? Не-не-не-не-не, скелетик твой сдохнет. Уж поверь мне. Давай-давай-давай-давай-давай, получай. Неужели опять ничья? Не хочу, ребят, чтобы была ничья. Да, к сожалению, тут ничья. Не получилось маленечко у меня...
протащить, прожать их. А мог бы. Ну ладно, ребят, давайте тогда следующий уж бой. Чё уж, как говорится, плакать. По крайней мере, не проигрываем. А вот здесь уже либо кореец, либо китаец. Тут уже жесткий парень наверняка будет. Шаристый. Он уже там радостный, что-то машет кому-то, чего-то, для чего-то. Угу. Дровосек. Ребят, бежит дровосек. Ого. Ого. Как он начал-то круто. Да ладно. У него, ребята, вот эта вот штука есть, блин. Это плохо. Это, блин, плохо. Слушай, мне надо не ведьму, наверное, брать, да, здесь, в ту ведьму, которая выпускает летучих мышей, скажем так. Просто разносит в хлам всех. Ай-яй-яй-яй-яй, как нехорошо, как некрасиво. Ну, я не знаю, ребят, я почему-то не хочу брать и вот эту штуку к себе в отряд. Не знаю почему, но вот не хочу и все. Погнали. Так, дровосек тут. Че он опять мутит? Он опять что-то хочет сделать. Тут что-то придумывает. Я не знаю, ребят, что он тут хочет. Ну, катушку у нас однозначно будет отправлять где-то вот здесь. Я это просто предчувствую. Палача, ну давай палача попробуем уничтожить. Пускай он тут машет. Выпустит, интересно, или нет? Чё он? Чё? А-а-а, ты вот так вот. Все, я понял, ребят. Я понял. Да, ведьма, конечно, против этого не особо хорошо зайдет. Единственное, кто может, это пека, ребята, наказать. Причем довольно неплохо. Ой-ой-ой-ой, ведьма, ведьма, ведьма. Печалька. И опять он с этой, со своей катушкой, ребят. Ладно, давай попробуем вот так вот. Получится? Только бы не ударил бы. Вышло у нас, получилось все, ребят, с вами. Давай. Попробуем палача, естественно, наказать. Что он там вызвал? Тоже палача, да? Так и будем, что ли, мы с ним? То он, то я, то он, то я. Да? Так получается, ребят. Бумс, по своими прыжками. Давай попробуем. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Прожарим, прожарили. У нас дополнительное время уже было или нет? Что-то я как-то не посмотрел. Опа. Смотри, как, что он делает, ребят. Ну, не дайте вы ему. Да жарьте вы, прожаривайте, господи, что вы. Давай вызовем сюда мага. Попытаемся, не знаю, как-нибудь сейчас замутить. Так, вызываем ведьму. Опа, опа. Ребята, я успел. Фух. На последней секунде, да, прикинь, 18 хп осталось. Ёпрус, это, да, круто получилось. Это нежданчик, ребята, просто мы прожали, мы успели, молодцы, мы красавцы, по-другому не скажешь. Так, что дальше? Что у нас дальше, ребята? Дальше, прапать я никого не могу, да, судя по всему. Прапать я пока никого не могу, я единственное, что вот думаю, может быть, еще три победки, да, еще три, точнее, коронки. А у нас есть какие-нибудь режимы? Или у нас вот только на эликсирном големе? Давай, ребята, еще сыграем, я немножко хочу разрядиться, потому что, ну, это жесть какая-то. Там на рейтингах это, как, конечно, жесть какая-то творится. И, ух, меня же, блин, будоражит. Адреналина хапаю. Спасибо там, кто бы там ни был. И поехали. Мегапека пошел. Мегапека у меня пошел. Естественно, ребят, будем прикрывать его нашим магом. Не знаю, есть ли у него там полено, бревно или еще что-нибудь в этом роде. Но он пока что-то ничего не делает. Он что-то выжидает.
Тогда давай эликсирного голема выпустим, пускай они вот всей этой толпучкой и бегут. Также еще я вызову сюда скелетиков на всякий случай. Мало ли кого-нибудь он прыгунца какого-нибудь вызовет. Да ладно, ты хочешь сказать, что вот это вот, что он вылетел из игры? Ну, может быть такое. У меня тоже было, ребята, пару раз такая трабла. Ну, на халяву, ничего не буду сказать. Мне в плюс, ему в минус. Мы с вами сейчас еще сундучок откроем, между прочим, построяли. Так, что нам тут дадут? Монетки, это хорошо. Так, хижина варваров, разряд. Лучницы. Кстати, лучниц можно прокачать. И королевские кабаны. Так, хорошо, еще. Подожди-ка. Давай мне награду. Ну что, ребята, 10 тысяч голдышки. И еще сундук у нас. Так, еще тыщеночка. Два кристалла. Миньончиков выпадает 12 карточек. И гоблины-копейщики. О, варварская бочка и колдун. Кстати, всем большое спасибо ребятам, кто подкидывает мне карточки на колдуна. Я очень вам благодарен. Но, наверное, вот этих вот заменю. Королевский гигант. Пускай, наверное, лучше он будет. Так, ну что, двигаемся, наверное, с вами далее. Уровень скин для башни. В плане уровень 10 скин для башни. А, новый скин для башни будет. Это круто. На уровне 20 нам достанется новая эмоджи. Слушай, ну шикарно, да? Так, золото бонусного банка. После прохождения 35 уровня каждые 10 корон принесут 250 золотых в бонусный банк. Золото можно забрать после окончания сезона. Ого! Молодцы, ребятулечки из Суперсела, да? Стараются. Огненные духи, 50 карточек. Ну, неплохо. Порой иногда, ребята, очень хорошо заходят огненные духи, когда... Ну вот нужна экстренная ситуация, когда орда скелетов или еще что-нибудь такое, или миньонов орда. Они заходят очень замечательно. Так, ну что, нужны карты. Ну, Саш, я не могу тебе дать, потому что я их сам коплю. И, наверное, нужно мне... Вот если бы... Вот здесь вот могу пожертвовать. Здесь, ради бога. Так, Рэй, го, завтра дискорд. Завтра, ребята, я работаю, к сожалению, не получится мне завтра в дискордик зайти. Его надо еще настроить мне, во-первых. Так, и запрос сделаем, наверное, на карты. На карту... Так, мне надо, кстати, еще лучниц моих прокачать. На кого я хотел? На мага. Давайте уж попробуем, ребят, вместе, общими силами как-то его до 9 уровня прокачать. А вот тебе интересно, Сашка, до какого надо уровня прокачивать? Как-то вот не видно мне. Ой! Ой, что я сделал, ребят? Я отдал, да? Одну карточку. Хотел посмотреть, до какого. Ну, считай, подгон я сделал тебе. Ладно, ребята, погнали дальше с эликсирным этим чувачком. У нас тут осталось всего лишь ничего. Попробуем пробить, прожать и посмотреть, что и как, почем. Здесь, по крайней мере, не страшно проиграть. Но, что, никого не вызывает? Ладно, давай, поехали. Стандартная, ребята, схема. Ага. Вот так вот, да, значит? Значит, ты решил со склепа. Скелет. Так. Погоди-ка, парень. Давай-ка мы вот так сделаем. Где там эти капельки? И тоже будем вызывать. Ребят, тоже будем вызывать. Да ладно тебе, еще хочешь всех взорвать, что ли, мне? Бам! И у него это получилось. Это чьи мышки-то? Мои, мои, по-моему, да? Так, ну... Ай-яй-яй-яй-яй, пека не пробил, к сожалению. Ну, Куда он там бежит? А, капельки эти, да? Ну ладно, давай его встретим, ребят, тоже здесь. От души. Да? Думаю, ты ему все можешь, что ли? Здравствуйте! Он еще и второго сюда призвал. Хорошо. Давай, маг. Зажигай. Хотя надо было, наверное, нам не мага, а дракончика. Дракончик бы его здесь поджарил бы намного быстрее. Намного быстрее, ребят, поджарил бы он его. Хорош. Хорош, парнишка. Ага. Ну давай. Плющим, ребят, конечно же, плющим этого голема. Он, кстати, ватный.
Да хорош тебе. Вот маленькие слизни, а, ребята? Смотри, что творят. Что там? Он вызвал... Ага, понял. Я понял, ребят. Понял, он не дурак, дурак бы не понял, а я понял. Давай. Да чтоб тебя, он сейчас со своим склепом здесь меня отвлекает. Давай еще тогда одного огненного вызовем. Так, отлично. Прожарим, нет? Прожарили. Да, хрустящие, ребята, корочки. Ну, вы сами прекрасно видите. Все найсово, все великолепно. Как пить дать пошло. Ну и... Переходим с вами на следующее, да? Сколько денег? 500 монет? Ну, ладно, это не серьезно. Так, освой игру с эликсирным големом. Да? Ну, давай посмотрим, что значит... Разовая награда... Подожди, что там? Что там за разовая награда? Сундук какой-то, да, был? Ну что, ребят, я, наверное, выберу такую же стандартную колоду, которая у меня и была. В данный момент она мне безумно нравится. Не знаю, правда, чем, но вот нравится. У меня именно с этим построением все пошло, как говорится, в гору. Я вчера играл с рейтинга 12 побед к ряду. Я и перешел сразу же в Искатель 1. Так, ну что, миньонов я не стал брать, почему-то от них отказался. И, в принципе, неплохо и без них справлялся. Так, вот этот вот парень мне зашел, принц. Также, что еще? Что еще-то я брал? А, у меня не хватает скелетиков и не хватает... Кого мне еще не хватает? Так, у меня должны быть... А, конечно же. И скелетики. Где они? Где мои скелетики? Ёлки-ты-палки. Слишком много карт, все мелькает, мельчешит. Вот они, конечно же, вот они, ребята. Ну что, попытаемся, посмотрим, что у нас получится в этот момент, на этот раз. Это уже как бы немножко другой режим, поэтому прослабления, я чувствую, здесь уже никакого не будет. Начинаем с пеки. Так, пека пошел. Оу! Так, тихо. Тогда нам тоже надо сделать так же, да? Я думаю, ребят. Также, опс, немножко лопухнулся. Но не так сильно, ребята. Могло бы быть хуже. Но урона все-таки нанес он немного. Да что там такое-то, я не могу понять. Так, давай, наверное, вызывай дракончика. Ты смотри, что он делает, а. Ты смотри, что он творит. Ха-ха, гаденыш. Вот жулик. Я тоже, ребята, буду вызывать. Погнали. И принца заодно еще позову. Да чтоб тебя разорвало на тысячу кусков. Ты достал же своим. Ненавижу, ребята, вот этот тут ураганчик, так скажем. Так, рыбак там валяется. Он нам как вообще тут не страшен. О, два мага, это имба, ребята. Два мага тут отжарят по полной программе. Любого превратят в бекон. Изи. На рыбачке хотел сыграть, но, как видели, ребята, у него не получилось. Ну, неудачно он сыграл, короче. Рыбак его подвел. Ух, миньончики. Так, огненные духи, шикарно. Разрядик. И сборщик эликсира. Не то совсем, ребят, не то. Так, посмотрим. У нас, кстати, сколько еще? Еще 4 короны нужно для того, чтобы получить ревард. Для того, чтобы получить ревард. И я хотел... Пропать стрелков. Где они у меня? Лучники. Вот они, ребята, лучники. Мне, кстати, совсем немножко осталось до 10 уровня. Как видите, ну, буквально еще где-то 900, ребята, 900 очков, да, и мы с вами получаем 10 уровень. Так, ну что, давайте попробуем еще, да. А тут, ребята, у нас поражение все-таки есть. То есть я не смогу здесь играть вечно. 3 поражения и все, и ворота закроются. Вот так-то. Эликсирушку мне дали сразу же. Ну давай выпустим его здесь. Ха-ха. Он то же самое сделал. Хорошо. Тогда я предполагаю, надо нам вызвать. Оу-оу-оу-оу, тихо. Это немножко не... О, ё, просто, ну это, конечно, тут ты парень. Да, тут ты сейчас... Мак, ты куда? Родной, ну ты куда пошел, а? Ты пошел немножко не туда.
Ты пошел немножко не туда. Маг меня подвел просто-напросто. Что я могу тебе еще сказать по этому поводу? Не туда он пошел, ребят. Да. Обделался. Обделался маг. Фига тут. Жарюха. Ты посмотри. Что-то тут как-то не айсово, ребят. Не айсово. В прямом смысле слова вообще не айсово, ребят. Разносят в хлам. И все этот маг, который побежал у меня в ту сторону. Нафига он ломанулся именно в ту степь? Я не понимаю. Ну вот из-за него вот такой вот и фейл вышел. Да, ребята, из-за мага. Маг убежал. Естественно, у меня остался голем без прикрытия. Его, как вы видели, быстренько расчекрыжили. Ну, а дальше... Так, ладно, поехали в бой. Пока у нас еще есть три попытки. Так что будем их использовать с вами по полной программе. Так, давай, радуйся там. Вы заметили, кстати, что стали очень часто применять вот эту вот катушку Тесла, или как она там называется, я даже не знаю. Вот, очень часто ее стали применять. Я не знаю, ребята, с чем это все связано. Но вот начали и все. Ты смотри-ка, на скелетиках, ё-моё. Так, ну что, разбомбим? По идее, должны разбомбить моему. Мага просто снес. Не дай ей сшибануть, пожалуйста. Дал все-таки. Все-таки дал бомбануть, а? Ну давай, пошли. Слушай, а может быть нам... Может быть... Бедный голем. Не дошел чуть-чуть. Опять. Ты посмотри, он опять за свое. Опять, ребята, вызвал свою вот эту вот штуку-дрюку. Ну что ж, давай тогда так же. Опа. Опа, пули. Так. Рыбачка забомбим, да? Ну, предположим, ребят. Давай вот так вот сделаем. Базу мне забомбашили, как мы видим. Поехали. И эликсирного чувачка. Да ты достался своей вот этой вот фигней. Серьезно говорю. Просто одолел уже. Давай дракончика вызывать. Очень, кстати, очень сильно отвлекают. Вот что я могу сказать. Вот эти вот мелкие слизнячки. То есть мои юниты просто-напросто переключаются на них. И ни к чему хорошему этому не приводит. Давай сделаем вот так вот. Оп. А, он тоже призвал, да? Ладно. Погнали. Погнали, ребята. Что там происходит? Я вообще не понимаю. Что там за суета? Надо мага сюда вызывать, это однозначно. Так бред получается. Так, давай. Две? Ты посмотри, что он сделал. Он две штуки вызвал, ребят. Две штучки таких вот вызвал. Но! Ну что-нибудь там. Нет. Не успел. Не успел, ребят, к сожалению. Слушай, достала меня вот эта вот фигня. Серьезно тебе говорю. Давай, знаешь, что попробуем? Где там у нас катушка? Вместо кого поставить? Вместо миньонов? Кстати, а с какого лешего у меня здесь делают миньоны? Их здесь не должно... Подожди, это не та колода, елки-палки. Или та? Миньонов здесь не должно быть. Ведьма. Ведьма со скелетиками. Я хочу взять вот эту ведьму. Вот так попробуем. Поехали, ребята, в бой. Последняя попытка. Два фейла у нас к ряду. Посмотрим. Подожди, я не понял.
Давай начнем так же мы тогда. Ого. Круто начал парень. Круто начал, смотри-ка. Ладно, попробуем прожарить. Получится ли прожарить-то еще, господи. Вот в чем проблема-то вся. Так, эликсирный чувачок ползет там еле-еле. Так, ладно. Болда, болда. Да, мы базенку разбомбим. Ну, Макс, стреляй. Отлично. Так, рыбачок, да? Рыбачок занимается своей ерундой, как всегда. Так, о, ну смотрите, да, сколько, ребята, там и капелек, и всего появляется. Ну, сможем, успеем, да? Должны, по идее, ребят. Нет. Что-то, как говорится, пошло опять у нас не так. Ну, что там? Что-то не могу понять, это его, что ли, вся армия идет? Это вся армия его? Как он так мог сделать? Ребят, каким образом он это сделал? Я не понял, где я мог прозевакать? Я не понял, как там могло так получиться, что всю армию мою положили? Без понятия. Ну все, да, по-моему, мы больше сюда не сможем зайти. Можем продолжить бесплатно. Ну, не хочу, давайте теперь пойдем. Слушай, я не могу понять, у меня вот здесь вот отряд-то какой выступал? Не было почему-то моей катушки и всего там подобного. Ладно, поехали, давайте сыграем, наверное, еще один бой с вами. Вот здесь вот нам нужно набить 3 сундука, взять реворд и пойдем отдыхать. Адреналина на сегодня я хапнул, поэтому, думаю, хватит. Давай посмотрим, что, ребята, они будут делать против Спарки. Как они будут играть, чем они могут. Естественно, могут дракончик это вызывать. Ага. Ага, вот так вот, да? Ладно. Ого, 10 уровня. Давай тогда так же, ребята, с вами сделаем. Призовем ведьму. Что-то как-то... Смотри, что делает, а, ребят. Бумс. Мага вызовем. Маг против лучника. Ага, ну, мы видим, что он сильнее у меня. Ну, принц-то сейчас разберется, да, ведь? Эти бегут у нас. Подрывнички маленькие. Слушай, ну они нехило жгут. Так, рыбачок здесь очень неплохо зашел. Давай сделаем вот так вот. Ну, бомбани прям в эту кучу. Ты че, ты серьезно что ли? Ну, трындец, ребята. Просто трындец. Сейчас базу снесут мне. Да почему ты переключаешься на каких-то идиотов? Зачем мне вот эти вот чувачки с бочками-то? Я не понимаю. Для чего ты это делаешь? Зачем? Ну, блин, ребят, ну это нереально. Тут здоровье 516. Если у него есть какая-то там бомба или еще что-нибудь в этом роде, конечно, разбомбит сейчас. Это Спарки, ну, не зашла, ребята. Спарки мне, короче, не знаю почему, но не зашла. Медленная, очень хорошо контрится. Скелетики сейчас взорву, да? Ты смотри, что... Двух скелетиков вонючих мелких своих выставил, и все, и трындец. Пошли на убыль, называется у нас. Так, не... А, подожди-ка, одну корону заработал. Ай, Спарки, 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 хотел убрать Спарки, ё-моё. Не успел, к сожалению. Не успел, ребят, я убрать этого Спарки, а. Он вызвал палача, да, там? Он вызвал палача. Пускай палач подойдет, наверное, сюда поближе. Мы будем его, ребята, уже жарить. Опа, опа, опа. Давай, давай. Куда ты, там? Что произошло? Как произошло-то?
этим эликсиром, со своим дурацким, ребят. Ну ты прикинь, а. Давай. Вот теперь попробуй здесь вот, как говорится, поймать преимущество. Упустил. Просто упустил, вот и все. Принц, да, у него? Хорошо, ладно. Пока он там свой заряд накопит. Пока он там что-то сделает. 1000 лет, ребят, пройдет. А, ну да, он же еще у нас... Он же у нас еще по воздушным целям не умеет стрелять. Вот что. Короче, я понял, что он делает. Через эликсиры работает на мелких... На мелких юнитах. Такие, как вот эти вот, да, под ускорением. Это то есть все равно, что мне сейчас вот отправить скелетов на ускорение. Надо же, у него еще и мини-пека есть. Ладно, хорошо. Давай его встретим, наверное, большим пекой. Так, ну что, я так понял, ребята, он любитель вызывать миньонов, да? Он любитель вызывать миньонов. Так, что? Забомбашили, да? Дальше вызываем ведьму. И скелетов. Да ладно! Серьезно, что ли? Пека тут еще этот назойливый. У него, ребята, подготовленные стрелы, там все дела против скелетов, да, мои? Не даст, не даст, ребята, пройти. Жаль. Пошел у нас, короче, фейл, я так понимаю, да? Это уже третий бой, или четвертый даже. Так, что у нас тут? Так, во-первых, надо убрать мне этот Спарки, чертов, где он? Тест, короче, насчет него у меня провалился. Не вышло. Кто у меня был до Спарки? Кто мне скажет? Миньоны? Миньонов я, ребят, брать не хочу. Ведьму взять. Ведьму. У нас что, получается, две ведьмы, да? Одна с летучими мышами, другая со скелетами. У меня очень мало противовоздушки. Вот что я тебе хочу сказать. Противовоздушки у меня очень мало. Выбрать дракончика. Хотя... Ладно, давай, ребят, так попробуем. Один боючик сделать. Короче, как только забираем ревард, все, заканчиваем играть. Две ведьмы, по-моему, перебор. Как-то, мне кажется, перебор с двумя ведьмами. Что я через это добьюсь? Наверное, нифига. Ага, он вызывает, ребята, ведьму. Ну давай тогда вызовем мага. Чё он там? Понял. Да ты смотри, что творит, а? Давай так попробуем. Через рыцаря. О-хо-хо-хо, подловил на скелетах. Давай еще одну ведьму призовем. Эти не успели, наверное, да? Не успели, к сожалению, поджарить его. Ну, ведьма, ну что, ну как 3 часа там идешь, сопли мнешь там, я не знаю. Так, лучник у него есть, да? Ну, начнем, наверное, мы тогда. Давай вот здесь вызовем ведьму. Пускай он тут стреляет, или что он там будет делать, я не знаю, ребят. Так, вот предположим. Палач.
тоже есть хорошо на самом деле, ребят. Но бомбанем, нет? Бомбанули. Хорошо, ладно, двигаемся дальше. Куда только хрен его знает, куда там двигаться дальше, блин. Блин, дракончик, да, конечно, тут фейл. Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Не надо, парень, не надо. Ах ты. Что ж ты творишь, а, Ирод? Да ты достал уже, серьезно. А, он еще и этого вызвал. Еще и дровосек. Еще и разбойница. Зачем я так сделал? Ну, в принципе, нормуль. Давай ведьму призовем. Опять? Опять ты за свою, а? Серьезно говорю, достал он уже. Мага подставил, ребята. Я подставил мага сейчас только что. Слушай, достал эта бандоска. Ну. Ты смотри, 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 что хочет. Не успел. Не успел, есть, ребята. Найс. За каждую победу, как этот, как ребенок, радуешься. Так, что там у нас? А, у нас еще и тут награды будут, да? Понятно. Что, ребят, давайте еще один бой. Нам одной короны буквально не хватает для того, чтобы взять ревард. Черт подери, да. Одной секунды чуваку не хватило. Это, конечно, обидно. Это обидно на самом деле. Так, ну что, гигапека пошел. Опа, 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 пули. Ты посмотри, что он делает. Ничего себе. Ты понял? Ты понял, что чувак сделал? Просто на ускорение, на эликсирчике выиграл. Он ждет, ждет следующую комбинацию, да, я так понимаю? Или что он хочет? А что он? У него получилось же круто. Очень круто. Не знаю, ребят. Это не поддается никакой логике. Он начал круто, снес мне этот. Че, он вложился в один удар и все? Или что? Или он мне показал, насколько он крут и что он может сделать? Ну, продолжал бы тогда. Добивал бы меня, как говорится. Чтоб я тут сидел как на иголках. Ну что, ребята? Что такое? Что это еще? А, я здесь забираю ревард. Спасибо за 5000 голды. Естественно, они мне лишними не будут. Очень приятно получить. Так, и забираем здесь, ребята. 10 тысяч... А, нет, не 10, 10 тысяч мы уже получили. Мы с вами забираем здесь карты, и у нас будет 2 шанса на замену. Я уже кажу... О! Пека. Башня-бомбежка. Башня-бомбежка. Ну, давай поменяем башню-бомб... Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, пускай будут лучники. Да ну хорош, ледяной дух, да всю жизнь мечтал именно о нем. Именно о ледяном, ребята, духе. Ну что, друзья мои, давайте будем на этом, наверное, закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Как вы видите, сегодня игра была, ну, практически на равных. Несколько фейлов, точнее фейлов было больше, чем побед. Но я держался достойно, я старался, ребята. В Clash Royale, Дерскорб, я буду ждать, если ты можешь, напиши, когда сможешь сегодня. Так, по московскому времени. Я постараюсь, ребят, ну я не знаю, 21 час, мне надо будет завтра с утра на работу. Я очень рано лягу спатеньки. В общем, посмотрим, посмотрим. Ну, а с вами был Рей, всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам. Starting now, I feel adventurous with you. And there is nothing that can hold us back, hold us back. We can do what we wanna do. 'Cause we got all the time in